А ты тоже хочешь попасть в новый видос школьника и стать самым крутым подписчиком? То тогда лайкай видос, пиши крутой комментарий и вуаля, все получится. Я в тебя верю. Всем здорово, дорогие подписчики, с вами Костя Диман, а также Юрка, веселый клоун и школьник на деле. И сегодня, ребята, мы будем прокачивать новую порцию тачек, каких узнаем чуть позже. Поздоровайся. Здорово. Зарамба? Что? Короче, ребята, прокачка или же эволюция тачек GTA 5 качать будем при помощи вот таких вот огромных теперь чекпоинтов. Вот, получается, есть чекпоинт на плюс 20, плюс 1, плюс 10, самый редкий на плюс 50 и еще реже это плюс 300. В прошлый раз мы его так и не смогли найти, а может быть даже где-то он и был, я прочитал комментарий, но кто-то тоже, в общем-то, не смог его найти, поэтому, ребята, да, надеюсь, что сегодня он у нас будет. А для начала давай, наверное, вскрывать наши гаражики, смотреть, что... Что там для нас приготовили, пока будем это делать, пока Юрка будет выбирать себе гаражик, ставьте лайки. Давайте наберем 5000 на этом ролике. И, а я, в общем-то, ребята, выпущу новую серию. Ты прикалываешься? Ты прикалываешься? У тебя пятнаха, у меня... Клевенькая. А у меня... У меня просто картинг, просто обычный маленький картинг, серьезно. Блин, ребята, вы что, пишите в комментариях, как сильно вы любите данную рубрику. Давайте наберем также 1000 на комментариев на этом ролике. И, ребята, можно я его сразу качну? Где тут плюс 300? Ну-ка, ну сработай, ну сработай. Блин, обидно, не сработало. Ну а мы, ребята, отправляемся тогда на наше первое испытание. Ну что ж, друзья, мы готовы качать наши тачки, в общем-то, карт против пятнахи. Это жестко. Это, например, дико... Дива 3, поехали. Главное, это было тебя запутать, чтобы плюс один балл заработать. Плюс один, точнее, очок. Здоровый для слепых, походу. Да. О, плюс 10. 11 уровней уже нормально у карта. Блин, я цепанулся. Не подлетай. Давай, только на мне. Тащи! Не подлетай только на мне. О, бери, это минус 10. Блин, ну мог же взять, было бы прикольно. Опа. Да уйди. О, я под тобой проезжаю. Серьезно. Я суперспособность. 12-й у меня. Отлично. Блин, я 13-й не возьму на той полосе. Я даже не буду туда пытаться ехать. Да, ладно. Пока 12. Согласен. 12. Так, вот это 13-й. Отлично, нормалды. Нормалды. Догоняешь, это плохо. У тебя максималка, походу, лучше. Только не дави. Не дави. Не дави. Где чекпоинты? Где чекпоинты? Мне нужно прокачаться. Так, 14-й, отлично. Так, мне нужно прокачаться, нужно подкачаться. Да где? Где? Ё-моё, чекпоинты, эти. О, плюс 10. Так, тихо, прости. О, от души. Нормально, так что тебе минусанул. Нормально минусанул. Так, ладно. Еще бы плюс 3 десятки. Давай, взорви, мужик. А я бы качнулся. Я десятку вижу. А я возьму. Поехали. Взрывайся, давай. Прямо сейчас, взрывайся. Я понял, так, ладно. О, еще один возьмем. Нормально идем. Так. Опа, еще один возьмем. Отлично, взяли. Взял, да? Я взял, нет, взял. Да, и девушку чуть не сбил. Мимо. Не, нормально. А что, сюда поехал? А, чек, я понял. Я как будто знал, что он там будет. Слушай, мне осталось вообще чуть-чуть больше десятки. Опа, я его тоже возьму. Я качнусь, и будет все очень даже хорошо. Ого, я вижу по твоей траектории. Опа, так. И еще чуть-чуть осталось до прокачки. Давай. Где чеки? Где чеки? А что ты там делал? Тут чек есть, да? Что это? Это плюс 0. Нету чека. А плюс 0? Бери плюс 0. Блин, плюс 0 такое. Плюс 0 это такое себе неприятно. Короче, друзья, на самом деле я хочу прокачаться. Дайте десятку. Опа! И... Темнеет черный экран! Я получил прокачку, баги! Опа! А у тебя десятка, да, получается? Ё-ма! Я пропустил! Чек 50! Я взял тоже. Видал чек 50? А, это уже было, кстати говоря. Он вообще беспонтовый. Он вообще беспонтовый, его не поймать без реактивки. Реактивки, кажется, не будет. Так, а мы едем, на военную базу. На военную базу. Так, опа, вот эту десяточку тоже надо взять.
Давай, уходи, раздавили. Чё твори? Отцовщина. Ай, мой пиздюк. А, я на двух колесах. Я на двух колесах пропустил чек в один уровень. Ну ладно, это не... Суть важна. Как можно такую дуру здоровую? Ну, я пропустил. Так, десяточку. Отлично. Все, поехали дальше. Поехали дальше. В принципе, все очень хорошо, ребята. Очень-очень-очень хорошо. А уровней уже достаточно. Уровней уже достаточно. Ну, вот такой вот автомобиль я что могу. Так какой дали, на таком я и еду как бы. А, я десятку пропустил. Я хочу ее взять. Твинта. Понимаю, ты ее тоже пропустил. Я поехал дальше. Я взял. А я, в принципе, взял. Да уйди ты! Ой, дурак, ой, дурак, ой-ой-ой-ой-ой-ой, там, короче, я минусанул одного чебупелю, блин, я забыл, точнее, не взял, точнее, пропустил, точнее, ты понял. Давай-давай, опа, чек, да? А, отлично, хорошо, что ты впереди едешь, я могу по тебе полить эти чеки, потому что они появляются же так редко, ну и как бы, ну. О, ма, я его тоже видел. Давай-давай-давай, газуй-газуй-газуй. Я его взял тоже, но, ё-ма, я, а, вот это вообще бесматовое, даже не буду его брать. А, беспонтовый, догнать юрца. Ауч! Я не буду его брать. О, ты цепанулся, отлично. Так, а тут есть чеки? Чеки. Чек! А, ты тоже не взял, слава богу. Слава богу, не взял. О, вот это возьмем, это хорошо. Это очень даже хорошо. Так, все, еще плюс 10. А ты не взял, ах ты фуфлин, ах ты туфлин. Все понятно. А, Леня сбил. О, забирай. Да что ты делаешь? Я тебе помог, чек. Я тебе помог чек забрать. Так я же тебе помог чек забрать, понимаешь? Я же тебя специально на чек накинул. Вот, и... водичку поедешь, понял? Иди сюда. Блин, ну беспонтово. На нахер. Ты бы взял этот чек, было бы приятно, потому что нам было минус 10, а минус 10 это не считает, слава богу, ну, я не взял его. Вот, короче, и матом меня догоняешь? Да, у меня что-то прям вообще печально, но плюс 1 это возьму. Плюс 1-то я возьму. Плюс 1 это возьму, почему ты быстрее на оффроуде? Я вот этого не понимаю, если у меня тачка... Да что ты делаешь? Отдаю эту дань тебе. Я тебе сейчас отдам петуха дань. Сбил. Да поехали! Да поехали! Это не считается! Это не считается за петуха! Да поехали! Ну давай! Давай! Плюс 10! Ну давай! А я не успею! Блин, но зато хотя бы плюс 10 заберу, отлично! Блин, ну я мог, конечно! Почему на оффроуде твоя тачка была лучше? Я вообще не понимаю. Она по песку не едет, а вот именно по земле лучше едет. Много таких машин. Ну, ладно. А дальше у нас идет как раз таки оффроуд, поэтому погнали туда. Итак, ребята, следующее испытание. Оффроуд гоночка 3, 2, 1. Поехали. А, плюс 1. Я по разгону лучше. Да. На десятке. Я по разгону лучше. Бонсить такое. Ты взял? Ладно. А, не взял. Вот этот бери оранжевый, хороший. Вроде. О, ё-ма. Ё-ма. Опа. Сразу 11, кстати, вообще хорошо. Сюда не поехал. Хорошо, вообще хорошо, да-да-да-да-да. Так, вот это тоже возьмем. Слушай, и по идее сейчас должна быть прокачка. Да, темнеет экран! И я получил баги перевертыша! Отлично! Понимаю. Обгоняй меня, братан, обгоняй. Я буду готов. Так, взял еще один. Блин, у нас управление вообще тяжко. У нее с управлением вообще тяжко. Отлично, мне это нравится. Хотел подкинуть, но не подкинул. Давай. Нет! Я утонул, я вернулся. Ладно. У меня выхода не было, я просрал десятку, но зато я впереди. Я пока выезжал, ты уже и утонул, успел, и вернулся, и уже и поехал. Ты что, слишком быстро, слышь? Да, плюс 1. Так у меня вообще печаль, беда с тачкой. Каких 5 секунд? Новые правила тут не вводи. Понимаю. Стопарики. Тоже взял? Стопарики. Я знаю, а у меня нет выхода. Блин, она вообще говно. На самом-то деле, тачка. Но она не для оффроуда, явно. Понимаю. Петушиный поступок, но с твоей стороны их было больше сегодня. Ну ладно. Нихай, я пролетел. Нихай, я хочу это взять. В смысле? Ты проехал? Да. А тут не проехал, поэтому возвращаюсь. Поехали дальше. Поехали, в принципе, дальше. А, единичку не взял. Чё ты ржёшь? Че, я выдумал новую тактику.
Берешь чекпоинт, через два быстрее на дорогу вперед, и дальше. Ты офигел? Блин, там был красный, но. Но я лучше возьму 20. А лучше возьму 20, отлично. Оранжевый, не красный. Нет, там был красный, кстати, за стрелкой как раз-таки вот ты ее просрал, потому что ты проехал, ты тоже не взял эту десяточку, отлично. Ладно, ребята, короче, следующее испытание, это у нас шашки, поэтому погнали качать тачки уже на третью стадию эволюции. А следующее испытание, ребята, это смертельные шашки. Я уже вижу отсюда ветряки. И там, жестко. Но попробуем, 1, 2, 3, поехали. Так, братан, могу тебе подарочки раскидывать. Понял. Понял. Ладно, я это на обратном пути возьму. Потому что... Ёма! Блин, ты что делаешь? Прости. Ты нахрен проедешь, ты еще едешь на куфлю. Я просто хотел забрать чек. На тебе нахер, я тебе хребтина не сломала. Я... У меня пассажиры! У меня два пассажира! До свидания. Их убило ведряком. Понимаю, прикольно. Приколдесно, короче. Так, а тут что? Ёма! Ёма! Я ничего не знаю, я не хотел. Прости. Блядь, это от тебя, что ли? Это от меня. Ой, блин. Не, ну это прикольно, это весело, с одной стороны, потому что... А, я красный просрал. Потому что обычные шашки, они не такие веселые, как, конечно, вот эти. Вот эти прям... Тут надо выживать реально. Они реально смертельные шашки. Это шашки, в моем понимании. Я просто собираю все подряд, понимаешь, братан? А ты где там? Так, вот это возьму. Да, еду. Есть тут что-то? Тут есть что-то? А, тут нету ничего. Блин. Стопарики. Я вижу 50. Я вижу полтинник. Я вижу полтинник. Я не взял. 50. Да, взял. Взял. Отлично, изи. Да, это изи. Понимаем, братан? Нахер. Да я цепляюсь очень жестко. У меня нос когда ломается, я вообще тогда жестко цепляюсь. Так, это тоже взял, отлично. Не знаю. Еще 50. Меня ветряк поломал. У меня тачка загорелась. Понимаю, ладно, я его восстановлю, пожалуй. Так, поехали дальше. Не-не-не, херак. Поехали дальше. Ковыляй потихонечку. Да иди ты в жопу. В смысле, ковыляй потихонечку? Она мне не ехала. Она мне не ехала, ну я бы вообще бы не доехал. Да, но это не повод меня ломать было, так что. Ну я чекпоинты собираю. Я чекпоинты собираю. Я же не специально. Так, поехали дальше. Возьму Валеру и сделаю. Понимаю, так, один... У меня он не прогрузился, блин! У меня он не прогрузился! Хорош! Понимаю, я его не взял, короче. Я потому что... Да ё-моё, у меня вообще говно, а не баги. У меня просто ужасные баги, понимаю. А, еще и там плюс 10. Я понял. Я понял. Понял. Так, ладно, вот этот мы тоже заберем. А у меня темнеет экран! Плюс один. Ё-ма! У меня брокенет! Ты серьезно? Отлично! Я тоже сразу эволюцию поймал. Серьезно? А, у меня заживало! А у тебя Биг Брат! Понимаю! Да. У меня поломал ветряк! Я понял, я вот так, пожалуй, проеду, потому что это вообще нереально. Так, ладно, поехали дальше. Ё-май! Ё-май! Это нереально! Они больные, что ли? У меня хорошо все. У меня все печально, то есть Броки не цепляется и не едет толком. Так, плюс один. Так, ладно, короче, собираем просто чекпоинты оставшиеся, потому что... Какая твой проблема? Сказочный лес не пропускает высокие машины. А, серьезно? Это же хорошо. Ё-май! Меня выкинуло вообще на соседнюю улицу! А это... Я до обсерватории лечу, чтоб ты понимал. Ну, короче, туда продолжим, в принципе. Вернулись, типа. Я еду, беру 10. Ну, офигеть. Так, плюс один я беру. Отлично. Так, отлично. Ну, я, короче, все стажи соберу. Мне кажется, у меня 4 ступень эволюции должна была быть. Братан, у меня тоже очень здоровый левел, но при этом у меня только 3-я ступень эволюции, это прям так... А нет, подожди, это 4-я ступень эволюции. Я случайно взорвал все, но я взял чекпоинт. Так, я тоже взял, отлично. Слушай, на самом деле, такой тачкой огромной можно спокойно собирать чекпоинты, они просто изичные. А еще плюс 10 взял, отлично. Ёма, я в речку упал. Серьезно? Понимаю, да, так вот проезжаем и плюс один еще забираем. Да, ребята, короче, назабирали мы кучу чеков, но у Юрки получилось больше, потому что я просрал 50-ку, чисто потому что моя тачка просто цеплялась. Даже. Я тоже одну взял. Вот, ну, а мы отправляемся тогда на наше следующее испытание. Давай. Итак, ребята, следующее испытание это драк рейсинг на таких монстр траков. Такого еще никто не делал. Сейчас мы узнаем, кто же будет быстрее. 1, 2, 3, поехали!
Давай, догоняй. Я уверен, он чувствует. Плюс один. Плюс десять. О, ты что делаешь? Да, прости. Я жду. Я жду, все, поехали. А как иначе разъезжаться тут? Я чекпоинты собирал, а как иначе, если по-другому никак? Все, 10 взял. А ты вылетел? Развернулся? Так, ладно. О, плюс один. Не взял. Плюс 300. Взял. Чернеет экран. И мне дали карт. Мне дали карты. Плюс 20 еще. Офигеть. У меня чит уже. А у тебя Регера? Ни хрена себе, понимаю. Но у меня просто уже получается. У меня максимальный левел. И максимальная прокачка. Это баги, ребята. Блин, круто. А мы проходим тогда оставшиеся еще испытания. Поехали. Давай. Итак, ребята, следующее испытание — это ступеньки. Погнали, юху! Так, раз. Ага. Ну, в принципе, можно уже не собирать, потому что максимальный левел. Ну, просто чисто так. Прикольненько. Так, а, ты хорошо едешь. А можно заехать? Подожди, мне не заезжает карт. Я вообще не понял прикола. Карт кончился. Нет, я заехал еще. Так. Заехал. Вчера Регера дала. Да давай! Да карт! Ты же заезжал раньше. Карт же заезжал раньше. Чего? Не знаю, я знаю, что Регера раньше вроде не заезжал. О, я заезжаю, отлично. Так, давай. Карт. Ты же можешь! Хотя бы на одном уровне с Регерой быть. Так, отлично. У меня чек энжин. Так, починились. Самое интересное, что а ты даже не заедешь, да, получается? Да. О, я заезжаю, надо было починиться просто. Так, я понял. Подожди, я сейчас заеду без тебя. Так. Давай. Да, давай, чуть-чуть осталось. Ну, чуть-чуть. Я понимаю, короче, читы что-то сегодня не хотят забирать последние чеки. Да, ё-ма. Понимаю, но я уже поломался. Ты заехал? А, нет. А, заехал. Понимаю, прикольненько, ну а я пока не заезжаю, у меня все, у меня карт кончился. Ладно, ребята, я так полагаю, что да, это уже все, а мы отправляемся тогда на следующее наше испытание, проверим эти тачки дальше. Итак, ребята, следующее испытание — это съезд с горы Чили. Сегодня мы что-то очень быстро прокачались, но при этом можем как раз таки пройти эти читы на оффроуде. 1, 2, 3, погнали! Юху! Ага, ты хорошо прыгнул, я смотрю. Ладно, у меня, в принципе, есть шансы. Тихо, газнуть! А, ну, понятное дело, у нас максимальный левел уже, но все равно же хочется... Выиграть, давай! Юху! Вот это я полетел! Так. Еще бы разочек. Хорошо! И... Хорошечно, да, на хорошо. Колеса встань! На колеса! Нам нужно сейчас на колесах быть! Я уже в дырочке, братан. Ага. Ну я не знаю этот спуск, потому что он новый, поэтому, в принципе, да. Что там? Новый. Сколько чё здесь там? Спусков без тормозов было? Что а там? Я вроде все. Все вроде за дырдочкой, что ли? А, вижу, я тут чек, чек зеленый получается. А, вон синий! И ты прям на нее, по-моему, да? На синий упал. Понимаю, ребята, ладно. Короче, в принципе, да, тут Юрка был первый. Регера, на самом деле, на старте прям очень хорошо ушла. А я езжу под водой! Ездил, нет, пока не встал, да. Понимаю. Ну ладно, ребята, проходим тогда мы следующее испытание. Оно же уже будет предпоследнее для наших машин. И мы готовы для следующего нашего испытания. Это прыжок веры. Да, собственно, давай посмотрим. Блэ. Лучше прыгнет. Давай. О, тут чеки тоже есть. Офигенно. Я очень высоко прыгнул. Все чеки ниже, кстати, находятся. Понимаю. Так, ай, ни один чек не взял. Вот это прикол. Только не говори, что ты поедешь дальше. Слава богу, мой первый балл. Мой первый балл, отлично. Слушай, чеки на самом деле прикольно стоят. Вот если бы машины были хуже, возможно, мы бы все и собрали, но йоху. Еще но хорошо. Здесь не распрыгнул. Вообще чеки. Но сейчас уже не нужны. Улетел. Мы прокачали все тачки наши, поэтому они, в принципе, не нужны. Но ты будешь дальше, да? Не уверен. Ура! Нет. Я дальше, поэтому это мой балл. Ну что ж, друзья, у нас осталось еще одно последнее испытание, поэтому отправляемся туда. Ну а в заключении мы проведем дерби и узнаем, какая тачка круче и какая мощнее. Поэтому давай, желаю тебе удачки.
Вот, и... Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто остался на этом моменте. Допустим, хэштег «Я остался». Понял. А также, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая тачка вам нравится больше, Ригера или же карт. Вот просто хэштег Ригера, либо же хэштег карт. Я хочу понять, посмотреть, как можно сравнивать прочитать. Кусок металлома с тачкой с момента? Это раритетный кусок металлома, потому что жив, цел, орёль. Ты у меня вообще уехал. Я не уехал! В смысле? В смысле? Красиво. Да почему? Почему красиво. Второй раз подряд я просто на тебя подлетаю? Я улетаю. Обидно. Ну а на этом, ребята, будем мы заканчивать. Сегодня прокачали мы, получается, читерскую баги. Конечно же, у тебя из русской тачки превратилась она, так сказать, в гадкого утенка Ригеру. Вот. Ну и, в общем-то, ребят, ставьте лайки. Да я понимаю. Ставьте лайки, ребят. Наберем 5000, будет в новой серии. А с вами был, как всегда, Диман и Юрка. Всем удачи. Всем пока, друзья. Пока, ребятки.